В муниципалитете встречи жителей с медицинскими работниками проходят ежемесячно уже на протяжении 2 лет. Такой открытый диалог помогает врачам своевременно разобраться в проблемах, волнующих население. Возникают очень актуальные вопросы, которые мы можем решить сразу здесь на месте. Некоторые отсроченные, мы их берем в работу и далее связываемся с заявителями, тоже решаем все вопросы. Данные встречи очень нужны как для жителей, так и для нас, потому что на данной площадке мы говорим о нововведениях в учреждение здравоохранения нашего городского округа. В ходе встречи руководителям учреждения здравоохранения были заданы вопросы, касающиеся диспансеризации, записи к узким специалистам и получения льготных лекарств. Самый большой вопрос упустила – выписка лекарств. Я сахарница. Нельзя, день в день надо выписывать. Раньше у меня закончились лекарства. Я не знаю, почему. Нет, придете тогда, когда у вас... Но мы же и так один раз получаем. Нет, лекарственные средства выписываются в зависимости от препаратов. И вы можете выбрать удобное для вас время и дату. Кроме того, для информации, я еще раз повторю, у нас есть удобная для пациентов услуга медицинская. Это получение, выписка льготных лекарственных препаратов путем телемедицинских консультаций. Здесь есть и главные врачи, и руководители поликлиник, и всех наших медицинских учреждений. Вопросов очень много. И эти встречи снимают даже некоторые такие вопросы болезненные у людей. Льготное лекарство, дневной стационар, прием врачей. Куда обратиться? За какими-то льготами? Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова подробно рассказала присутствующим о ремонте медицинских учреждений на территории округа и открытии новых. Эти встречи нужны не только вот тем, кто сидит сейчас вот по ту и по эту сторону, но и тем, кто увидит нас по телевизору и не знал еще, узнает о том, что такое возможно. На многие вопросы жители смогли получить ответы в ходе встречи. Также получены обращения, были взяты на контроль и будут обработаны в ближайшее время. Наталья Буслаева, Данила Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.